10 сентября люберцы отметили День города. Народные гуляния проходили на всех основных площадках округа. В концерте, который прошел в Центральном парке культуры и отдыха, приняли участие творческие коллективы «Люберец» и звезды российской эстрады. Оксана Почепа, более известная как «Акула», выступила в «Люберцах» не в первый раз. Ребятки, очень хочу от всей души поздравить люберцы. 399. Это вот практически круглая дата. И я только что договорилась с каждым человеком, что ровно через год мы встречаемся здесь, в том же месте, в то же время. С днем рождения, город дорогой! А люберцы как звучит, а? Воу! Люберцы, с днем города! Концерт собрал несколько тысяч люберчан и гостей округа. Завершилось празднование Дня города салютом.